Всем привет, всем здравствуйте! Вы с Ириной Якут в Америке и на моем канале Аксессуары. Сегодня я вам покажу ваши заказики. Ребята, в магазины не езжу, я приболевшая, уже без температуры. Ваши заказы онлайн принимаю, но уже лежать сил нет, нужно двигаться. Когда начинаешь двигаться, что-то делать, силы приходят быстрее. Поэтому я решила вам все-таки это видео записать. Прошу прощения за мой голос, за мой французский прононс. Вот. Но я хочу подготовить, никак на вас не отразилось, так сказать, мое отсутствие, но просто нет сильного движения на моем канале, но тем не менее заказы я онлайн принимаю, мне это несложно. И запаковать для отправки ваши посылочки я тоже могу, я это делаю. И вот сегодня должна отдать в доставку кое-что из вещичек, и мне хочется перед этим их вам показать, поэтому я уже решилась, что ролик я выпущу, пусть даже немножечко такая еще осипшая. Вот, ну, надеюсь, ничего страшного, я вас этим не напугаю. И давайте начнем с ваших заказов с коуч. Я хочу начать с коуч. Наверное, я не все вам, конечно же, покажу, что у меня есть и что я подготовила на отправку. Но что-то интересненькое, то, что новенькое или мы давно не видели, я вам показать хочу. Вот эту вот сумочку у нас молодой человек заказал в Москву. Вот такая вот классная сумочка, мужская, кроссбоди, вот с такой вот она ручечкой. Вот, я ремешочек прикреплять не буду, потому что он, в принципе, понятен. Он вот такой вот текстильный, и вот здесь вот видно его карабинчик. Так, ну, хочется вам показать, как переход-то сделан. Немножко распакуем уже, извините, хозяин. Хотим тоже такие сумочки рассмотреть поближе. Вдруг нам нужно. Ну, что ж такое? Что ж я ее все распаковала. Вот, смотрите, как прикреплена эта ручка. Тут даже можно это и вынуть. Вот, карабинчик какой. Вот к этой вот сумочке. Так, что тут у нее-то? Сзади никаких кармашков нет. Один единственный отдел, длинные ручки крепятся, длинная ручка крепится вот на эти колечки. Есть брелочек коуч. $100 на сайте коуч аутлет эта сумочка стоит. И у нее нет никаких, по-моему, кармашков внутри. Есть вот на этом вот, на этой крышечке, есть слоты под карточку. 1, 2, 3, 4, наверное. Вот, и все. И с обратной стороны здесь только нашивочка от коуч. Вот, вот такая вот аккуратненькая сумочка. Ну, понятно, что паспорт сюда, конечно же, поместится. Он приблизительно вот таких размеров. Паспорт и чуть поуже, чем сумочка. И вот такой вот она ширины. Вот такая вот малышечка поедет к молодому человеку в Москву. Ну, а мы, если хотим еще заказать, то они на сайте Coach Outlet, когда, во всяком случае, мы заказывали, были по стоимости $100. Так, замочек у нее встречный. И красивее, наверное, будет, если его застегивать вот здесь. Вот тогда она будет вот так смотреться. С Coach Outlet. У нас вот эти Джорджии, мы их часто заказываем, подушечки. А вот это $153 стоило в белом цвете. У них, так, две ручки или одна? Нет, одна, кроссбоди. Регулируется эта ручка. Ну, вот такая вот она, длинненькая. Здесь есть кармашек на задней стеночке. Я периодически их вам показываю, но вот в белом цвете не помню, как давно у нас была. Когда-то была, но уже не так. Так, и здесь у нее вот кармашек, и здесь общий отдел, там кармашек под замочком. Вот такая вот красотка тоже сегодня будет отправляться к своей хозяйке. О, может быть, завтра. Про эту точно не помню, когда я ее отправляю. Вот такие сумочки Пенни. Так, здесь замша, здесь кожа мягкая такая, зернистая. У мужской сумки она была канвас с комбинированной кожей черной. Белая кожа была гладкая, мягкая. А вот эта вот такая зернистая, комбинированная с замшей. И вот эта сумочка, у нее есть два кармашка по бокам. Кармашек на задней стеночке вот с такой вот
собачкой. Мы, правда, их когда заказывали, на них была дополнительная скидка $119, по-моему, долларов. Сейчас они, по-моему, там чуть подороже, и цвета другие. Ну, вот напоминаю, как она смотрится. Внутри один единственный кармашек под замочком с этой стороны. И, ну, здесь собачка у нее точно такая же будет, как сзади. И у нее две ручки. Одна полудлинная ручка. Вот вы ее сможете носить вот так вот на плечо. И вторая длинная ручка. Если вы захотите, то вы сможете носить ее как кроссбоди. Или носить сразу с двумя ручками. Что тоже не возбраняется. Вы можете ее иметь как кроссбоди на себе носить. Или носить как сумочку на плече или на предплечье. Вот. Все вам объяснила, показала. И хочу дальше очки показать. Так, но если все те три сумочки у нас заказаны были с сайта Coach Outlet, то вот эти вот очки, тоже очки Coach, мы заказали на сайте Macy's. Очки модели бутика. Что-то они там со скидкой были. Вот у меня точно такие же очки. По-моему, 130 у них, что ли, оригинальная стоимость. А на Macy's они были $80. У меня точно такие, но у меня полностью черная и серебряная, по-моему, фурнитура. Вот тут красивая такая розочка у них, видите? Вот я вот эту вот вам пытаюсь штучку показать поближе. Вот здесь вот надпись «Коуч» есть. Такие лисичкиные очки, ну вот что у меня черные, а вот эти вот коричневые на сайте Macy's. Вот с такими розочками они есть. Ну и я в них часто мелькала где-то на видео и где-то в Инстаграм. Вот, вот такие лисички на очки девочка себе заказала. От Хоба. Я так думаю, что, может быть, на сайте будут 25% скидки к Дню Святого Валентина. Мы на дилер заказываем вот эти вот кошелечки, потому что мы их любим и очень много на них есть спрос. Вот этот, по-моему, 148, вот $111, он со скидкой 25%. И я вам вот этот сейчас показываю и сюда запущу фотографию с другим. Мы сегодня девочки заказали, он еще не пришел. Вот, но он там есть тоже, вот та лимитированная коллекция змеиная, они внутри будут абсолютно одинаковые, то есть, ой, скорее всего, тот будет с подкладкой цветной, редко бывает, чтобы вот у Хоба была, вот значок Хоба, подкладка, вот видите, вот эта серенькая, у них часто бывает цветная, но, тем не менее, здесь отдел под замочком, у него вот здесь вот отдел под замочком, здесь слоты, под карточки, под права, возможно. И вот этот отдел выглядит больше как кошелек. То есть у него отделы такие под купюры есть. Много слотов под карточки с этой стороны. Здесь тоже еще один отдельчик. Здесь в серединке отдельчик. Вот, но они между собой, эти сосуды не сообщающиеся. Просто напоминаю про этот кошелечек. И вот этот карман у них довольно-таки большой. Вот на всю туда длину. Да, 148, наверное, стоил. Да, 148. И мы за 111 его покупали. То есть вот такой вот двойной кошелек. Мы их очень любим. Небольшая скидка на них сейчас. А, кстати, на сайте похожие есть. Немножко другие цвета. Вот есть в красном, по-моему, цвете такой. Он чуть-чуть такой бордовый. А, тоже сейчас сюда вставлю. И другой змеиный. Там скидка 49%. Они вот там часто бывают какие-то, появляются. То есть если хотите смотреть... в стоимости Nordstrom Rack, но другие цвета, то по ссылке в описании можете найти Nordstrom Rack и присматривать за ними. Ну и на сегодня, я думаю, я под смотрелки больше ничего вам показывать не буду, потому что, ну, в основном пришло то, что я уже показывала, и кто-то еще там заказал дублированное. Хочу обратить ваше внимание вот на этот наборчик, потому что я его так близко вам и не показала рассмотреть, не дала этой возможности. Сейчас я его вам покажу. Он есть в наличии, вот, и по стоимости сейчас расскажу, и покажу его поподробнее. И хочу сказать, что у нас еще там идет заказ с Max Mara, кое-что там со скидкой, мы клатч купили, такой классный. У него, кстати, цена, а я сюда вот, наверное, сейчас вставлю, и мы его обязательно рассмотрим, когда он придет. Вот, а сейчас мы его пока только ждем, пока только заказали этот клатч. Вот, но тем не менее, на Max Mara вот эта скидка есть, если кому-то нужно, не дождавшись. Пожалуйста, можете проходить, находить его на сайте. А,
Вот этот наборчик, который есть у меня в наличии, вообще как бы сейчас Patrice Nash появляется на скидках в магазине TJ Maxx. Ну, я так думаю, что дня 3-4 я еще навряд ли туда поеду, но если кому-то есть какие-то запросы на сумочки TJ Maxx, ой, из TJ Maxx, да, Patrice Nash, вы в основном уже мои постоянные зрители, знаете, что вы хотите, напишите мне просто, какую вы сумочку присматриваете от Patrice Nash, и я вам индивидуально присмотрю, потому что, ну, покупать смысла нет, чтобы вам потом их показывать, то есть, а под заказ мне для вас, я периодически там бываю, посмотреть несложно. Так, что по этому набору? Вот такой вот кошелечек, многофункциональный. Так, начнем прям вот отсюда у него. Вот отделы, вот слоты под карточки, отдел, слоты под карточки. Этот отдел закрывается. Приятная кожа, да? Вот на первую кнопочку закрывается вот этот вот хлястик. Дальше идут сюда, купюра целиком не уместится. Но здесь вот такой вот большой отдел, аж двойной. Ну, кто вот любит кошелечки с большими отделами, чтобы множество можно было бумажек, это вот как раз тот случай, что и не запутаетесь, и отделов очень много. Потом еще два отдела, и еще один отдел под, даже это еще не все, под замочком здесь. Здесь еще есть отдел, с этой стороны отдел, здесь под права, то есть много-много всего. Еще есть под замком отдел с задней стороны, то есть мелочь какую-то вы здесь можете хранить. И это тоже не все, потому что под купюры большущий отдел вот здесь. Вот сюда уже купюры войдут, ну, приблизительно вот таким вот размером. Вот в половинку их там будет не видно. Купюры бумажные можно сюда прятать. Это что касается кошелечка. Вот. А кроссбоди вот эта, она идет с единственной ручкой вот этой цепочкой. Сейчас покажу, как она внутри смотрится. Вот так вон он открывается. Он кроссбоди, она сумочка вот так вот открывается. То есть кошелечек сюда легко поместится. Так, ну как на человеке смотрится, я вам показала. А внутри, как у обычных Patrice Nash, пыльничек, кстати, есть. Здесь отдел под замочком, с этой стороны отделы на резиночках. И вот эта вот цепочка, она сюда, видите, убирается. То есть вы ручку можете туда спрятать. Вот. И можете носить его как клатч. Или уже на цепочке на плечо. Так, что я сказала? А, по цене обещала вам сказать. $134 полностью набор получается, либо 11 тысяч рублей. Это без доставки. Если кому-то нужно, обращайтесь. Если кому-то нужно специальное Patrice Nash, чтобы я вам присмотрела, напишите в WhatsApp, пожалуйста, что для вас присматривать. Я когда буду выезжать куда-то, я обязательно присмотрю. Ну, а я с вами на этом пока прощаюсь. Берегите, пожалуйста. Всем всего доброго. Пока-пока.